пасмурные осенние, холодные зимние дни коты и кошки очень любят спать. Вообще спят они большую часть своей жизни. И делают они это обычно на хозяйских постелях, на хозяйских диванах, креслах. А лучше всего взять и обустроить уголок для своего питомца с помощью лежака. Как выбрать лежак? Для небольшого котенка подойдет вот такие уютненькие лежачки небольшого размера. Котенку будет сюда очень легко залазить. А вот уже взрослой кошке нужно подобрать размер побольше. Кошки по своей природе очень любят прятаться. Они любят полутемные уголочки, и они любят так, чтобы у них за их спиной пространство было закрыто. И вот для таких кошек подойдут вот такие вот в виде тапка, когда она может контролировать все, что происходит перед ней, а спина у нее защищена. И вот в таких лежаках они очень любят проводить много времени. А для крупных котов и кошек можно приобрести вот такой дом, очень уютный, где они тоже будут проводить большую часть времени в холодное время. Им здесь будет и комфортно, и темно, и тепло. Лежаки и домики шьются из материалов, которые будут на ощупь приятны и кошке, и их владельцу. Это мех, это поролон. И такие лежаки можно постирать. Обычно у них бывает съемное донышко, которое можно будет почистить, и домик будет всегда в порядке, кошке в нем будет очень удобно. Обустройте уютный уголок своему питомцу, и он будет очень этому доволен.